уважаемые гости и дорогие наши телезрители! Здравствуйте! Вот и настали первые весенние дни. Закончилась хмурая зима. Весна – это всегда пора обновления, пора новых надежд, время торжества красоты и зарождения новой любви. Вы помните, как пела бесподобная Любовь Орлова? «Журчат ручьи, слепят лучи, и тает лед, и сердце тает». Да, потому что весна – это олицетворение женственности. Пора надежд и грез. И хочется, чтобы все мужчины вокруг были джентльменами, такими, как Святослав Игоревич. Дарили цветы и комплименты, посвящали стихи и пели серенады. Потому что весна – это вечная женственность. Это жена, возлюбленная, муза, подруга. Это, наконец, просто прекрасная дама, которая во все времена вдохновляла поэтов, художников и музыкантов. И, пользуясь счастливым случаем, прекрасная Маша, позвольте поднести вам этот букет, недостойный вашей красоты. И пусть лучи весны озаряют вашу молодость и поднимают вам настроение. Ну а вам, дорогие телезрители, мы хотим пожелать в эти праздничные дни, чтобы сбывались ваши надежды и чтобы у вас всегда все было хорошо. И дарим вам концерт, посвященный весне и любви. Весной 1930 года в ресторанах и кабаре Европы вошло в моду танго Джованни Раймондо «Скривими». «Напиши мне». В Советском Союзе оно практически было неизвестным и лишь спустя 20 лет обрело новую популярность благодаря знаменитой супружеской паре Изабелле Юрьевой и Иосифу Аркадьеву. Мне посчастливилось встречаться с Изабеллой Даниловной уже на склоне ее лет. Ей было 90, а потом и 100. Но она всегда говорила: я из тех старушек, которые, выходя на улицу, могут забыть валидол, но не забудут губную помаду. Она была действительно очаровательна. Замуж за Иосифа Аркадьева она вышла в середине 20-х годов. Он был в то время управляющим театральным трестом, но без колебаний оставил свою престижную должность и стал простым администратором при своей тогда уже весьма известной супруге певицы. Он стал возить ее на гастроли, писать для нее стихи и песни. И, как шутя, говорил про себя: «Я Федя Протасов». И добавлял: «Я погиб за цыганский романс». Они прожили душа в душу 46 лет. И он неизменно повторял это почти слова из романса: «Заинька, чем больше сидеет твоя головка, тем ближе и роднее ты мне становишься». И вот однажды Изабелла Даниловна заметила, что он стоял у рояля и что-то писал на клочке бумаги. Она спросила: «Что ты делаешь?» Он ответил: «Подожди». А потом прочитал ей стихи: «Я пишу тебе снова, видишь капли на строчках. Все вокруг так сурово, без тебя, без любви». Это были его стихи на мелодию «Танго Раймондо. Напиши мне снова». Музыкальную обработку уже как бы нового танго сделал молодой талантливый композитор Аркадий Островский. В нашей передаче прозвучит еще одно его знаменитое сочинение. Но это будет чуть позже. А сейчас новую страницу в эстрадную жизнь танго, если можешь прости, впишет лауреат международных конкурсов, очаровательная Ирина Крутова в сопровождении ансамбля под управлением Оксаны Петриченко. Сегодня так
слезы невольно я роняю в тиши. Сердце вдруг встрепенулось, так тревожно забилось. Все былое проснулось, если можешь прости, мой нежный друг. Часто слезы роняю, и с тоской я вспоминаю дни прошедшей любви. Я жду тебя, как прежде, не будь таким жестоким, мой нежный друг, если можешь прости. Я пишу тебе снова, видишь, камни на строчках, все вокруг так сурово. Прошедшие любви. Я жду тебя, как прежде, но не будь таким жестоким, мой нежный друг, если можешь прости. Когда в печали слезы подступая льются через край, у меня есть сердце, а у сердца песня, у песни тайна, хочешь отгадай, для того, кто любит, трудных нет загадок, для того, кто любит, все они просты. У меня есть сердце, а у сердца песня, а у песни тайна, тайна это ты. Mm-hmm.
Пожалуй, у каждой песни есть своя история. Дело в том, что в этом году, в 2012, исполняется ровно 30 лет со дня выхода на экраны романтической мелодрамы Бориса Токарева «Нас венчали не в церкви». Я напомню вкратце сюжет. В основу положена подлинная история любви революционера-народовольца Сергея Синегуба и выпускницы Вятского епархиального училища Ларисы Чемодановой. Лариса пыталась сбежать из родительского дома, чтобы учиться в Петербурге, но это ей не удалось. А народовольцы боролись не только с монаршим деспотизмом, но и с домашним семейным деспотизмом. И Сергей счел своим долгом заключить фиктивный брак с Ларисой, чтобы помочь ей избавиться от родительского гнета. Но случилось так, что они страстно влюбились друг в друга. И первой, причем, призналась в любви именно Лариса. И потом, когда ее молодого мужа осудили за революционную деятельность на каторгу, она последовала за ним в Сибирь, как декабристка. В этом фильме за кадром прозвучала замечательная песня, сразу же ставшая популярной «Любовь и разлука». Певица Людмила Сенчина рассказала в одном из своих интервью, как однажды ей позвонил композитор Исаак Шварц и сказал: «Людочка, мы с Булатом Акуджавой просим вас записать нашу новую песню для кинофильма „Нас венчали не в церкви“». И Сенчиной эта песня ужасно понравилась, и она была польщена таким предложением. Но режиссер заупрямился и сказал, что голос Сенчиной слишком узнаваем, а здесь это не нужно. И в итоге в кинофильме песню исполнила Елена Камбурова. Но песня так запала в душу Людмиле Сенчиной, что она все-таки позвонила Шварцу и сказала: «Вы знаете, мне так эта песня нравится, могу ли я ее хоть в концертах исполнять?» На что Шварц ей сказал: «Людочка, мы же русским языком вам объяснили с Булатом Шаловичем, что песня написана специально для вас. Исполняйте ее где хотите». А мы предлагаем вам мужское прочтение этой песни. Встречайте, Владислав Косарев, партия фортепиано, Татьяна Солнышкина. Еще он не сшит твой наряд подвенечный, и хор в нашу честь не споет. А время торопит возница беспечный, и просятся кони в полет, и просятся кони полет. Ах, только бы тройка не сбилась бы с круга, бубенчик не смолк под дугой. Две вечных подруги, любовь и разлука, не ходят одна без другой. Две вечных подруги, любовь и разлука, не ходят одна без другой. Мы сами раскрыли ворота, мы сами счастливую тройку впрягли. И вот уже что-то сияет пред нами, но что-то погасло вдали.
святая наука, расслышать друг друга сквозь ветер на все времена. Две страницы вечных, любовь и разлука, поделятся с нами сполна. Две страницы вечных, любовь и разлука, поделятся с нами сполна. Чем дольше живем мы, тем годы короче, тем слаще друзей голоса. Ах, только б не смолк под дугой колокольчик, глаза бы глядели в глаза, глаза бы глядели в глаза. То берег, то море, то солнце, то вьюга, то ласточки, то воронье. Две вечных дороги, любовь и разлука, проходят сквозь сердце мое. Две вечных дороги, любовь и разлука, проходят сквозь сердце мое. Творческое содружество Шварца и Окуджавы продолжалось довольно долго и было весьма плодотворным, особенно на ниве кинематографа. Познакомились они в середине 60-х годов, и, как вспоминал Булат Шалович, Шварц в то время был уже достаточно известным композитором, но держался весьма скромно, был одет просто, даже небрежно. Но за всем этим скрывалось какое-то неуловимое изящество. И еще подкупал его живой ироничный взгляд. Окуджава очень высоко ценил редкостный дар Шварца извлекать музыку из самого стихотворения. Именно ту музыку, которая есть в каждой строке. И еще он говорил: в душе Шварца есть какие-то струны, которые точно совпадают с моими струнами. Этим творческим тандемом создано более 30 романсов и песен, многие из которых действительно стали народными. Вспомним хотя бы «Ваше благородие, госпожа Удача» из фильма «Белое солнце пустыни», или «Капли датского короля» из «Женя, Женечка и Катюша», песню «Кавалергардов» из «Звезды пленительного счастья», песни к картине «Соломенная шляпка». И в нашей программе тоже прозвучит песня Исаака Шварца и Булата Окуджавы «В нашем старом саду», написанная в картине «Последняя жертва». Ее исполнит Ирина Крутова. Саду, там, где тень
не густые, отчего же слова ты мне шепчешь пустые? Отчего же слова ты мне шепчешь пустые? В нашем старом саду листья возле падают с клёна. Отчего же теперь на меня не глядишь ты влюблённо? Отчего на меня не глядишь ты влюблённо? Дорогое лицо и знакомое строго, ах, как мало любви, а печали так много, ах, как мало любви, а печали так много. Я тебе не открыла. Разве сердце не открыла в нашем старом саду? Благодаря волшебной машине времени, которая всегда есть в распоряжении телеведущих, мы можем вполне перенестись в прошлое. Я имею в виду наши песни 60-х годов. Они врезались в память, остались в душах людей и стихами, и мелодией, и своей какой-то особой сердечностью. И надо признать, что их художественный уровень был настолько высок, что мы имеем дело с настоящей песенной классикой. Тем более, что полвековой срок, который отделяет нас от времени создания этих песен, вполне достаточно для испытания. И особое место в песнях 60-х годов занимает так называемый дворовый цикл «А у нас во дворе» композитора Аркадия Островского на стихи Льва Ошанина. И, конечно, свою лепту в невероятную популярность этого цикла внесли его первые исполнители Иосиф Кобзон и Майя Кристалинская. Эстафету, если так можно выразиться, живучести дворового цикла продолжит Ирина Крутова, которая от лица героини ответит всем влюбленным. Искал меня всюду, я бывал.
взгляды храня, а теперь тебя нет. Тебя нет почему-то. Я хочу, чтоб ты был, чтобы так же глядел на меня. А за окном то дождь, то снег, и спать пора. И никак не уснуть, все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть. Знакомым. Я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино тебе шлют привет. Окна тихого дома, да еще старики, что все так же стучат в домино, а за окном то дождь, то снег, и спать пора. И никак не уснуть, все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть. Во дворе до темна крутят ту же пластинку. Ты сказал, что придешь, хоть на вечер вернешься сюда. Вечер мне ни к чему, вечер мал, как песчинка. Я тебя подожду, только ты приходи навсегда. А за окном то дождь, то снег, и спать пора. И никак не уснуть, все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть. А во дворе то дождь, то снег, и спать пора. И никак не уснуть, все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть. Мы вновь приглашаем на сцену Владислава Косарева. В его исполнении прозвучит знаменитый романс «Партия гитары» Виталий Кись. Очарована, околдована, с ветром в поле когда-то повенчана. Вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты. Моя женщина невеселая, не печальная, словно с темного неба сошедшая. Ты песнь моя обручальная, и звезда ты моя сумасшедшая. Я склонюсь пред твоими коленями, обниму их с неистовой силою, и слезами, и стихотворениями обожгу тебя добрую, милую. Что не сбудется, то позабудется, что не вспомнится, то не изменится.
исполнится. Так чего же ты плачешь, красавица? Или мне это просто так чудится? Очарована, околдована, с ветром в поле когда-то повенчана. Вся ты словно в оковы закована. Драгоценная ты, моя женщина. Вернемся в незабываемые 60-е. Одни из самых известных мелодий того времени принадлежат перу Арно Бабаджаняна, которого поэт Андрей Дементьев назвал композитором света и радости. И вот именно свет и радость пронизывают два вечно зеленых хита Бабаджаняна «Королеву красоты» и «Свадьбу». И тут мы должны вспомнить славное имя Муслима Магомаева. Он впервые исполнил «Королеву красоты» летом 1965 года. И она имела совершенно фантастический успех и по опросам зрителей вошла в число лучших песен года. А вот со «Свадьбой» была тоже любопытная история. Композитор написал ее для лирического спектакля мюзик-холла. И называлась тогда песня «Понедельник, день тяжелый». Но Магомаев, послушав ее, сказал, что он ее ощущает совершенно иной, что ее нужно спеть лихо, празднично. Так он и сделал. И его свадьба прогремела действительно на всю страну. Этими песнями в 60-е годы сводил с ума Муслим Магомаев. И эти действительно праздничные песни в нашей программе исполнит Владислав Косарев. Переулком бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. А я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую королеву красоты. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственный на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Красавиц видел я немало, и в журналах, и в кино, но ни одна из них не стала лучше милой все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты милее всех на свете, королева красоты. Связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. По переулкам бродит лето,
солнце льется прямо с крыши. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. А я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы, как единственный на свете королеве красоты. Как единственный на свете королеве красоты. Как единственный на свете королеве красоты. По проселочной дороге шел я молча, и была она пуста и длинна. Только грянули гармошки, что есть мочи, и руками развела тишина. А это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу донесли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Под разливы деревенского оркестра убивался ветерок за фатой. Был жених серьезным очень, а невеста ослепительно была молодой. И эта свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдали сли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Вот промчались тройки звонко и крылато, и дыхание весны шло от них. И шагал я совершенно неженатый, и жалел о том, что я не жених. А где-то свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу донесли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. А
завершает нашу программу, быть может, самая популярная песня 20-го столетия. Ее с неослабевающей энергией распевают на 120 языках в 100 странах мира. На различных носителях тираж ее записей насчитывает более 100 миллионов экземпляров. С нее начинали свою карьеру Битлз, ее пели и Элвис Пресли, и Фрэнк Синатра, и Пласидо Доминго, и Элла Фицджеральд. И в 2009 году эта песня стала официальным девизом города Мехико. И, конечно, вы уже догадались, что речь идет о песне «Бесама Мучо». История ее создания такова. В 40-е годы прошлого, уже 20-го столетия, 15-летняя мексиканская девушка пришла домой из оперы, где она слушала сочинение известнейшего испанского композитора Энрике Гранадоса «Гойески», навеянной картинами Гойи. И ей пришла в голову мелодия, слова вот этой потрясающей песни. Она записала слова и ноты и отослала на радио, на конкурс молодых дарований. Песня уверенно заняла первое место и возглавила рейтинг, тогда такого даже и слова еще не было, в общем, в местном хит-параде. И призвали автора, но она хотела сохранить свою анонимность, послала подружку туда. Подружка рассказала о том, кто настоящий автор, и вот программный директор мексиканского радио пошел знакомиться с юным автором. И он еще не знал тогда, что через 3 года он сделает предложение Консуэле Веласкес, она станет его женой, родит ему 2 сыновей и переживет его на 30 лет и будет хранить ему верность. Песня «Бесама Мучо» разлетелась по всему миру, в самых разных трактовках. Но, как признавалась сама Консуэла Веласкес, настоящее потрясение она испытала только 2 раза от своей песни. Первый раз это было в Москве в 70-е годы, когда на сцену вышел хор краснознаменного ансамбля песни и пляски имени Александрова и исполнил эту песню в ритме марша. А второй раз это было в Венеции, когда на площади Сан-Марко напротив собора 100 итальянских скрипачей исполнили эту мелодию, и Консуэла расплакалась. И она сказала тогда: «Этой песней я поцеловала весь мир». Итак, «Бесаме мучо», бессмертный хит Консуэла Веласкес, исполнит дуэт Владислав Косарев и Ирина Крутова. Это наш краснознаменный ансамбль. Después
Mirar men tus ojos verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Подошел к концу наш праздничный вечер. Очень надеемся, что он вам понравился. Но весна не кончается. Это вечная песнь любви. Определить теперь, кто сложил ее первые слова, кто подарил миру первую мелодию, невозможно. Но одно можно сказать с уверенностью. Этой песне жить вечно. До новых встреч! До новых встреч в романтике романса!